Добрый день. Такое коротенькое видео будет. Обзор наших помидорок из магазина. Помните? Вот такие они выросли у нас. Ничего мы с ними не делали. Ну, только контролировали влажность. Вот видите, неравномерно взошли. Кто-то еще пытается довзойти. Кто-то погиб от черной ножки, потому что это очень влажно было. Ну, то есть мокрая была почва от самих помидорочек. Ну, я не знаю, давайте попробуем что-нибудь где-нибудь поковырять. Пересаживать я их, ну, совсем не хочу. А зачем я хочу поковырять, чтобы найти шкурку? Ну, вот она. Она почти уже переработалась полностью. Ну, нет, конечно, не переработалась. Ну, ага, вот она. Ну, чтобы потом не говорили, что я кого-то обманула. Вот она, шкурочка. Ну и потом, когда мы будем с вами их пикировать, я думаю, что вот это вот все будет вот так вот в шкурочках. Каждые томатики будут в шкурочках. Я думаю, что не все они взошли, потому как я их, наверное, не совсем той стороной положила какие-то. Ну, может, еще есть какая-то причина, не знаю. Но, тем не менее, согласитесь, результат неплохой. Никаких проблем, никаких сложностей. Вот такие хорошенькие помидорки. Так что, если какая-то помидорка вам внешне понравилась, обязательно попробуйте так посадить. Мы будем садить и другие овощи также, но немного позже. Может быть, летом. Даже. И вот видите, для регулировки влажности я тут присыпала слегка вермикулитом. Ну, вот это уже, конечно, не жизнеспособные, нам они все равно не нужны, поэтому кто уже вырос, тот поедет в грунт весной. Что-то я тут наковыряла. О, видите, корни пооторвала. Вот. Видно. Ну, сейчас снова посадим. Будем считать, что мы ее пикировали. Поглубже посадим и польем. Захочет, будет жить. Ну, а что она не захочет-то? Конечно, будет. Тут хорошо. Все эти перегнившие помидорки стали и кормом в том числе, я так считаю. Поэтому они очень довольно хорошо выглядят. Всем спасибо, всем удачных посадок. До свидания.